В рамках недели охраны труда специалисты Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины проведут профилактические беседы на предприятиях и организациях Ильичевска. В четверг эксперт по охране труда Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины Людмила Попова провела в Ильичевском высшем профессиональном училище морского транспорта встречу, посвященную Всемирному дню охраны труда. В настоящее время имеется тенденция к увеличению травматизма, и поэтому привлечение внимания общественности является очень важной задачей для снижения травматизма на производстве. Статистические данные Международной организации охраны труда по ситуации в данной сфере на Украине и в мире ужасают. Каждые 3 минуты вследствие производственной травмы или профессиональное заболевание в мире умирает 1 человек. На Украине вследствие травмы каждые 5 минут умирает 1 человек. Каждую секунду в мире на производстве травмируется 4 человека. На Украине каждые 8 минут травмируется 1 человек. Это цифры очень тревожные, и это все говорит о том, что надо уделять очень большое внимание вопросам профилактики несчастных случаев на производстве. Будущие специалисты считают знания по охране труда приоритетными для жизни и здоровья, а такие встречи необходимыми. Моя профессия связана с высокой опасностью, и нам очень нужны такие лекции, чтобы узнать элементарные правила техники безопасности, чтобы в будущем не было никаких проблем, всего такого. Такие беседы и мероприятия пройдут в рамках недели охраны труда и на других предприятиях и организациях города.